Хабаровске стартовал муниципальный этап президентских спортивных игр. Накануне в плавании состязались школьники центрального района. Соревнования проходили в бассейне «Дельфин». На что были готовы спортсмены ради победы и какой приз ждет их в финале президентских игр, расскажет Павел Игошин. Бассейн заполнили ученики школ центрального района. Среди них и те, кто серьезно занимается плаванием. Стартуют быстро, но могут еще ускориться. Можно быстрее руками, ногами работать. Меньше делать дыхания. Ага. Но от этого ты же устаешь быстрее? Ну да, устаю на это. Но это же ради победы. После каждого всплеска в бассейне, всплеск эмоций на трибуне, поддержка одноклассников помогает выплыть из любой непредвиденной ситуации. Вы всей командой приходите на плавание, на соревнования, у вас есть моральная поддержка друзей. А насколько она важна? Ну, она очень важна. То есть, допустим, человек пришел, команда его морально не поддерживает, что он может переволноваться, там, захлебнуться, и все, его просто уберут из соревнований, потому что он не доплыл, или он покажет худшее время. Морально заряженные школьники борются за попадание в городскую сборную. Происходит отбор команды для участия в городских соревнованиях, президентских спортивных игр. Ну, когда уже проходят городские спортивные игры, по этим соревнованиям отбираются детки для участия во всероссийских соревнованиях президентских спортивных игр. На всероссийские президентские игры попадут лучшие сборные из разных регионов страны. Состязания пройдут в лагере на побережье Черного моря. Там же для детей устроят экскурсии и мастер-классы. Но перед тем, как попасть туда, ученикам предстоит одержать победу еще в нескольких этапах. В состязаниях по шашкам, настольному теннису, баскетболу и легкой атлетике. В двух последних у пловцов, которые сейчас соревнуются, есть неплохие шансы. Ведь плавание развивает все группы мышц. Резкость, а потом лучше бегать. Бегаешь, прыгаешь. И вообще ты чувствуешь себя более здоровым. А почему лучше бегаешь и прыгаешь? Ну, потому что развивается техника ног и рук. Желают сильнейшим пройти все этапы и победить в президентских спортивных играх. Павел Игошин и Дмитрий Папуша. Смотри, Хабаровск.